بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد мы проводили разбор глагола ذوقوا мы сказали что у глагола формы приказа повеления окончание бывает таким же как и на конце глагола المضارع в состоянии альджазм усеченном состоянии и если на конце глагола المضارع признаком альджазм усичанного состояния будет а сукун то то же самое будет и на конце глагола повелительной формы «Аль-Амр». Например, лям мектуб и образованная от этого глагола форма повеления «Уктуб». Как мы видим, на конце глагола аль тот же сукун, что и на конце глагола «Аль-Мударе». Просто из-за того, что глагол «Аль-Мударе» считается глаголом с изменяемым окончанием, этот сукун на его конце мы называем «Алямут Аль-Джазм» джезм признаком состояния аль джезм В отличие от сукуна на конце глагола «Аль-Амр», так как глагол ль считается глаголом с неизменяемым окончанием мобнием. Но это по части нау синтаксиса. Если на конце глагола Аль-Мудара признаком аль-Джазм будет удаление слабой буквы, то то же самое мы увидим на конце его глагола Аль-Амр. Хотя в случае глагола аль-амр мы не назовем это признаком аль-джазм а «Аль То есть неизменяемость окончания. Например, «Я ду'у. Потом лям еду признак аль здесь удаление слабой буквы вау. И его амр – это удо, где тоже удалена слабая буква вау. Однако здесь мы говорим мабнивна аля хазфи харфил аллати. Удва – это глагол с неизменяемым окончанием. Признаком чего является удаление слабой буквы вау, а именно буквы вау. Возьмем пример для я. Лам ярми и ирми. Лам яса и иса. Здесь у нас удалена слабая буква аль видия. Лям'яктуба и уктуба. Здесь в глаголе Аль-Мудари удален Нуна-Рафи как признак аль-джазм. То же самое мы видим и в глаголе Аль-Амр. Но здесь удаление Нуна мы не назовем признаком аль-джазм, так как это говорят только в том случае, когда глагол является с изменяемым окончанием, как в случае Аль-Мудари. что касается глагола Аль-Амр, то это глагол с неизменяемым окончанием мабни. Итак, приведем спряжение этого глагола вместе с прижением глагола аль для сравнения. Лам тазук и зук. Лам и зука. Лам и зуку. Лам тазуки и зуки. Лам и зука. Лам тазукна и зукна. Мы уже упоминали, что слабая буква в глаголе аджо всегда будет сукунирована. Будь это вау, я или же алиф, который является заменой этим двум буквам. Вау и я. А значит, если следующая за ней буква тоже будет сукунирована, то эта слабая буква будет удалена из-за встречи двух секунд, Как мы видим в примере «зук», «зук» и «зук», «зукна» и «зукна». Если следующая за ней буква будет огласована, а это бывает, когда на конце присоединяются неогласованные местомения «алифау» или «я», то в этом случае удаленная слабая буква возвращается или, скажем, не удаляется. Например, «зука», «зуку», «зуки». То же самое будет происходить в любом глаголе, в любом слабом глаголе, срединная буква которая является слабой буквой, то есть аджов, если в нем происходит изменение. Например, звук, «дука», «дуку», «дуки», «дука», «дукна». Это был пример для слабой буквы «вау». Глагол «баа я би, «биа», «биу», «бии», «биа», «биана». Это был пример для слабой буквы «я» хафа я хафа, хавуфа я в основе. Аль-амр от этого глагола это хаф. Значит, хаф, хафа, хафу, хафи, хафа, хафна. Пример для буквы алиф. Это были трехбуквенные глаголы. Приведем примеры для четырех, пяти и шести глаголов. Аджаба юджибу. В основе аджаба юджибу. Амр это аджиб. Значит, аджиб, аджиба, аджибу, аджиби, аджиба и аджибна. Это четырех букв на глагол. Возьмем пятибукв на глагол. Я-та-да, я та в основе я та я та это я та и я-та-да, я-та-да, я та пример я-та-да, я-та-да, я я я пример для шести букв на глагол. Истаджаба, истаджиба в основе на истаджибу Истаджиба, Истаджиба, истаджибу, Истаджиби, Истаджиба, Истаджибна. Как мы видим во всех этих примерах, слабая буква, являющаяся айном, то есть второй коренной буквы, будь это вау, я или алиф, сама эта слабая буква, она всегда сукунирована. если после нее приходит сукунированная буква, как в форме единственного числа, или же когда на конце присоединяется огласованное местоимение женского рода множественного числа нун, то в этом случае эта слабая буква удаляется из-за встречи двух суконов. А если же после слабой буквы приходит огласованная буква, как в случае, когда на конце присоединяются сакунированные местоимения алиф, вау, илья, то в этом случае слабая буква остается, то есть не удаляется, так как здесь не встречаются два сукуна и нет причины для удаления слабой буквы. Осталось сказать, что глагол «дака и дуку от которого образован «аль амр дук», «дака» а в основе «дака» — это «фиалюн сулятийюн -фи муджарадун», Трех глагол без добавления. Ой, Ирусахих, ой, Так как его аин, его вторая корневая буква, является слабой буквой вау. Также этот глагол МУТААДДИН, переходный глагол, так как требует маффол бихи прямого дополнения. Например, в другом айте фадукуля адаба. Вкусите же мучение. Насаллахуля Афьетува Садамата. Фален назидукум илля адаба. Фален альфа ИЛЛАН. Каждое из этих двух слов – это харф. А всякий харф – это слово с неизменяемым окончанием. А значит, не будет здесь рассматриваться. Назида. Назида – это фиалюн мударюн, глагол настоящего будущего времени, по модели нафалю. Правила, применяемые в этом и подобных ему глаголах, например, такие как ясиру, яишу, юдиру и так далее, то же самое, что и в разобранном нами глаголе языку. С той лишь разницы, что в глаголе езиду буква я, а в глаголе едуку буква о. Значит, в основе было езиду. Кесру букву я передали предыдущую букву зай. Мы не будем здесь повторять все, все упомянутые правила, а просто приведем спряжение этого глагола в таком же виде, в каком мы приведем в айте. То есть после частицы состояния насп лен. Итак, ля езида, ля езида, ля езиду, лентазида. Лентазида, леязидна. Лентазида, Лентазида, Лентазиду, Лентазиди, Лентазида, Лентазидна, Ленназида, Ленназида. Как мы видим, если после сукунированной буквы я приходит сукунированную букву, то я удаляется из-за встречи двух сукун. А если после нее приходит огласованную буква, то буква я не удаляется, так как нет причин для этого. Следующее слово это кум. Кум ⁇ это местоимение. А значит, как слово с неизменяемым окончанием не будет здесь рассматриваться. Илля, илля это харф, а значит, тоже не будет здесь рассматриваться. Адабан, адабан это исмуль масари, имя в значении имени действия, имя по модели фаалун. Исмун сулятир мазирн фихи харфун вахдун. Трехбуквенное имя с добавлением одной буквы, то есть с добавлением элифа после второй коренной буквы. Сахихун салимун. Аллаху